На выставке CES в Лас-Вегасе исследовательское подразделение компании Toyota представило автомобиль TRI-P4. Он построен на базе седана Lexus LS и предназначен для испытаний технологии автономного управления. Автомобиль оснащен системами Guardian и Шеуфе. Система Guardian не заменяет человека, а помогает ему. Guardian постоянно следит за ситуацией на дороге и при возможной опасности предупреждает водителя. Система Шеуфе полностью берет на себя управление автомобилем. Искусственный интеллект заменяет человека-водителя. У Шеуфе 5 уровень. Эта система способна самостоятельно управлять машиной в любое время, в любом месте и при любых условиях. Это уже четвертое поколение автономных автомобилей японской компании. В отличие от предыдущего, P4 быстрее обрабатывает данные и реагирует на дорожную ситуацию. А этот концепт ходячей машины разработали компании Hyundai и Sandberg Ferrar. Автомобиль называется Elevate. Он оснащен колесами и подвижными опорами, благодаря которым машина может преодолевать бездорожье и даже гористую местность. Концепт Elevate построен на модульном шасси транспортного средства. Эту капсулу можно снять и использовать где-то еще. Elevate может повторять движение рептилий, благодаря чему становится еще устойчивее. Машина предназначена для спасения людей в чрезвычайных ситуациях. Разработчики также надеются, что Elevate будет помогать ученым исследовать Марс или Луну.